Сегодня в рамках выставки «Батимат» здесь на стенде принимает участие при нашем содействии более 10 компаний. В рамках выставки был проведен круглый стол по теме банковских продуктов с госучастием. В свою очередь я рассказал о том, какие инструменты предлагает группа Российского экспортного центра. Прежде всего, это инструменты закрытия политических и коммерческих рисков для экспортеров и инструменты привлечения финансирования через Росэксимбанк.